Паровоз, паровоз-то куда нас? А, повез, да, поехали. Паровоз, Паровоз с ручными знаками. паровоз, Ты куда? и дома стал. Я стучу. Учу я, пыхчу я, качу, где хочу. Паровоз просто зачем отправил? Паровоз, ты Зачем? нас, нас повез. Чтобы узнать. Чтобы узнать вы могли, нет конца у земли. Паровоз, паровоз, ты куда нас привез? На йо, йо. Йо, паровоз. Паровоз. Держи. Паровоз, паровоз, ты зачем? Куда? Ты нас привез. Держи ноту, держи. Ты куда нас привез? А он отвечает. Да, через дождь и грозу. Нас здесь, здесь ли леса, леса? И синие небеса. Постоим, подождем и назад повернем. Вот это хорошо спело. Ты слышала аккорды, да? Ну, где-то, да. То, что я играл, ты слышал? Следующий куплет. Паровоз повез нас домой. Он везет нас там назад. Йо-йо-зо, 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 йо-йо-зо. А слова такие. А теперь паровоз ты куда нас повез? Хорошо? Сделай так. Йо-йо-зо, йо-йо-зо, йо-йо-зо. И теперь со словами, а теперь паровоз, ты куда нас повез? Теперь паровоз, ты куда нас привез? Повез, еще не привез, повез. Повез. Нас повез. Нас повез. Молодец. Покажи на домике, чтобы запомнить. А теперь паровоз. А теперь паровоз. Ты куда нас повез? Повез? А он отвечает: через дождь и грозу я домой вас везу. По горам, по долам развезу по домам. Представляешь, как интересно. А это все на. Через дождь и грозу я домой вас везу. Показывай на ра, на, это ж ра. Подожди, это все на ра? На да. Одной ноте? На одной ноте, да. Через дождь и грозу я домой вас везу. Дальше, по горам, по долам. По горам, по... По горам, по долам, развезу по домам. Получилось. Очень даже хорошо. Теперь попробуй с ручными знаками этот новый куплет. А теперь паровоз, ты куда нас повез? А теперь паровоз, ты куда нас повез? Через дождь и грозу. Через дождь и грозу я домой вас везу. По горам, по долам. По горам, по долам развезу по домам. Молодец. Очень красиво получается. Замечательно. Это новый, новый куплет. Запомнишь его? Ну, у меня запись есть. Так что... В принципе, как бы понятно, что он везет домой, да? Сначала он ехал из дома сюда. Зо-зо. Ой, что такое произошло? Зо-зо-йо. Да, сначала было. Два куплета было зо-зо-йо. Потом мы приехали домой на йо. И поем на йо. Паровоз, паровоз,
это на одной ноте, да? Третий куплет. А четвертый куплет мы уже возвращаемся. А теперь пора, ты куда нас повез? Да, то есть мы идем назад. Йо-йо-зо. Через дождь и грозу я домой вас, что правильно, везу. Ну все. Хорошо, достаточно или еще один, одну песню? Я хотел новую песню. Новую песню. Давай вспомним сейчас сороку. И в конце финал как будет? Да? О, спой разу зую. Молодец, со словами попробуй. Сорока, где была далёка, кашу варила, деточек кормила, на порог скакала, гостей созывала, гости услыхали, быть обещали, но не пришли. Неплохо. Сорока сделали. И еще одна песня, вот это. Что это за песня? Зайчик, ты зайчик, коротенькие ножки. На этих на ножках софьяные сапожки. Молодец, спой Йо-зо зараза. Йо-зо зараза. Йо-зо зараза. Йо-йо-зо зараза. Йо-йо-зо. А теперь поотгадываем, что это за песня? Это подожди, ра? Угу, да, это ра. Покажи. Хорошо, правильно. Что это за песня? Правильно, молодец. Отгадываем дальше. Правильно, молодец. Правильно, молодец, угадала хорошо. Что это за песня? Паровоз, паровоз. Да, спой. Зо, зо, йо. Зо, зо, йо, зо, зо, йо. Чуть-чуть поточнее зо. Зо, зо, йо. Покажи ручным знаком. Зо, зо, йо, зо, зо, йо. Молодец. Из трех ноток отгадала все. Все правильно отгадала. Сейчас будем учить новую песню. Песня очень простая, детская. Песня про медведя. Хорошо? Песня звучит так. Я тебе сейчас ее сначала сыграю и спою. Весной медведь решил запеть. Дальше. Он пел и пел, хрипел, сипел. Дальше поем. А мы не прочь ему помочь. И вот как мы помогаем медведю. Йо-ра, йо-зо, зо-ра, зо-я. Вот мы помогли медведю.
Угу. Поможем медведю? Хорошо. Поможем. Давай, я теперь буду петь фразу, а ты за мной ее повторяй. Весной, весной, медведь, медведь, решил, решил, запеть, запеть, он пел, он пел, и пел, и пел, хрипел, хрипел, сипел, сипел, а мы не прочь, не прочь, ему, ему помочь, помочь, Йора, Йора, Йозо, Йозо, Зора, Зора, Зоя, Зоя. Ну вот, вся песня. Песня у нас это извини. Йора. Сыграй Йора. Йора. А теперь покажи Йора. Йора. А теперь здесь покажи. Йора. Йора. Молодец. После этого будет Йозо. Йозо. Потом. Зора. Зоя. Правильно. Со словами давай. Весной. Весной. Медведь. Решил. 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 Запеть. Запеть это зоё. Запеть. Запеть. Дальше. Он пел. Он пел. Пел. И пел. И пел. Сипел. Сипел. Хрипел. Хрипел. А мы? А мы. Спой, я не слышал. А мы. Не прочь. Не прочь. Ему. Ему. Помочь. Помочь. Йора. Йора. Да, поточнее. Йора. Йора. Йозо. Йозо. Зора. Зоя. Ну вот и вся песня. Простая песня. Да. Весной медведь, что? Да, ну те же ноты знакомые, да. Решил запеть. Здесь новая интонация, это вот Йора. Такой у тебя не было еще интонации. Угу. Поэтому тебе немножко сложновато попадать. Йора. С этой песни начинается. Йора. Потом. Йозо. Йозо. Зора. Я тебе вышлю, вышлю ноты тебе, я тебе вышлю ноты красиво с аккордами, с гармонией, поиграешь и попоешь. Хорошо? Да. Замечательно. А теперь у нас остались ноты королевы и все. Так, я их не слушала сейчас. Настроечка на ноты королевы. Молодец. Играю, отгадываю. Отгадывай ноты королевы. Оп.
правильно. Молодец. Так. Ну, сыграла? Ну да. Отлично. Мне кажется, ты запомнила все пять нот королев, да? Одна из них у нас это соль, другая это ре, четвертая это ля, потом у нас была си и фа, да? Какой не хватает? Ми. Правильно. Сейчас будем ми запоминать. Осталось ми. И тогда у нас все ноты королевы будут готовы. Послушай, как звучит ми. Как она? Темная, светлая какая она? Подожди, а какое ты мне ми даешь? Это или? Ну, вот это, которое на первой линеечке находится. Вот. Если ты сейчас, да, если сейчас ты их все сыграешь, то ты заметишь, что все они находятся по квинтам. Соль. Ре, ля, ми, си. Да? Заметила? И фа. Да? Да. Это как бы квинтовый круг. Но только фа диез должен быть, конечно, если уже двигаться по чистым квинтам. Тут у нас фа чистая, потому что мы белые нотки. Мы запоминаем белые нотки. Хорошо? Абсолютный слух строится по белым нотам. Относительный слух у нас по черным. А потом это все сольется и станет потрясающий слух. Появится. Итак, давай угадывать. Сначала будут старые, а потом новые. Здесь появится нотка. Нотка ми. Вот это. Да? Поехали. Какая это нота? Отлично. Вот, угадала. Молодец. Это новая была, да? Дальше идем. Правильно. Правильно. Дальше. Это правильно. Нет. Это второй, да? Все хорошо. Я думаю, писать сегодня не будем. Достаточно. Ты очень хорошо все отгадываешь. Писать в следующий раз будем на ты королевы. Вот. Ну, в общем-то, на этом можно закончить, если есть вопросы какие-то, поговорить, обсудить что-то. Обсудить ничего в музыкальном плане. Музыкальный прогресс, музыкальный, там, вопросы по драконам, там, что-нибудь есть? Нет, все понятно на этот раз. Все понятно. Ну, хорошо, тогда отключаем на это радостное. Да. Отключаем, пока.